Так, всем привет! Я честно пыталась сделать прямой эфир, но он не получился. Сегодня розыгрыш моих призов. Вот они. Я написала ваши номерки, фамилии, имена вернее, и название каналов. Всего получилось 10 номерков. Вот они все. Сделаем мы вот что. Сейчас каждый номерочек свернем и закинем вот в эту вот корзиночку. One, two, three, four. Все номерки, вот они, перемешиваем. И вытаскиваю так, два приза, два номерка. Один. Так. Первый приз, номер 7, Наталья Юсова. Не забывайте, что отправка призов за счет победителя, то есть вы оплачиваете отправку. Если вы это не сделаете, то я отправлю первому, кто согласится оплатить и получить этот приз. Так, первый приз. Дальше, второго призера. Номер 6, мир Ирины. Ира, второй приз твой. Итак, у нас два победителя. Наталья Юсова, мир Ирины. С Ирой мы общаемся. Наталья Юсова может обратиться ко мне в телеграм-канал. Ссылка на телеграм-канал есть. И туда написать сообщение, чтобы сообщить адрес и реквизиты оплаты. Ира, знаешь, куда писать. Я вас поздравляю. Вот такие призы к вам отправятся. Один. И второй. Кто не выиграл, не расстраивайтесь. Вот как наберется у меня 1000 подписчиков, вернее, за 1000 подписчиков, потому что подписчики любят отписываться. Я сделаю еще один розыгрыш. Так, а вот это вот у меня, опа, свеженькое панно. Хотела сделать часы, но гипс тонкий был. И вот тут край мне обкололся. Но ничего, и так красиво, да? Поздравляю победителей. Жду ваши адреса. Всем пока-пока.